Не знал, что здесь есть. О, эти котейки, ни один не боится, второй боится. Привет, будешь звездой, какой-то весь рыжий. Смотрите, какие здесь столики с... для игры, короче, в шашки, в шахматы сразу. Нету еды у меня, не знал я, что вас встречу, котейка. Все, ты звезда, второй испугался, ушел. Вот, вот такой вот интересный столик. И идем дальше. Мы уже почти пришли. Вот эта остановка называется Жандарма, если я не ошибаюсь. Но, кстати, я вот туда смотрю. Что это? Ну, на Жандарму это не похоже. На какой-то там муниципальный объект. Кто знает, напишите, что это. Довольно большая территория. Там у них вон беседки, там домики разные. А что это, я не знаю. И почему эта остановка Жандарма называется, тоже не знаю. И скоро мы уже придем к Монарх-Сити, к Парадору, может там кто-то. Ну, купались бы люди на пляжах. Я вчера, когда проезжал, люди возле Монарх-Сити купались на пляже. Ну, потому что солнце было. Сейчас солнце, вот видите, прячется. И, ну, просто пугает, распугало всех купающихся, загорающих. Так бы они были, конечно. Такое вот красивое здесь место для фотосессии. Только не пишите, пожалуйста, на кактусах. Конченые дебилы, те, кто это делает. Он Катя, Питер. Может, смотришь? Идиоты. Какие ж люди тупые все-таки. Слов нет, когда такое вижу просто. Отписывайтесь. Вот если у меня есть подписчики, которые пишут на кактусах, отписывайтесь нафиг, чтобы у вас даже не было на моем канале. Не хочу даже, чтобы такие люди вообще смотрели мои видео. Здесь у нас идет вот такая вот речка маленькая. Тоже она течет, кстати. Обычно она почти как бы полусухая, то есть ничего нет. А сейчас вот даже на ней, в ней вода. Ну, купающихся никого я не вижу. Здесь уже можно, в принципе, приблизить до самого пляжа возле администрации. Вот смотрите, вот идем с вами по пляжу. Сейчас я вам покажу, где администрация. Вот администрация уже, вы видите. Мы с вами пришли. Здесь вид на горы. И что-то у нас первый, наверное, Монарх-Сити здесь будет. Теоретически можно даже дойти до Арсихотел, раз уж у меня сегодня годовщина. То есть сегодня я тут... Я не помню 13 числа, в какое время я приехал, если честно. То ли я с 13 на 14 в самолете был именно на Старый Новый год. Ну, в общем, толком не помню, надо восстановить, посмотреть. Но 14 фактически это первый день у меня был как бы... Не второй даже, а скорее всего первый даже моего именно первого выхода. Сейчас я, наверное, пройду все-таки. Я понял, люди, я понял, почему меня сегодня потянуло в эти места. Потому что ровно год назад я именно вот здесь вот ходил впервые. Именно год назад, день в день. Понял я, почему. Вот у меня, знаете, у меня настолько вот все непредсказуемо. То есть я за час до выхода сюда я не знал, где я сегодня буду, куда я поеду. В тот день, когда я поехал в Анталию в 11:30, вечером, когда я спать ложился, ну, тоже ночью, скажем так, я еще не знал, что я завтра буду в Анталии. То есть вот так вот у меня все происходит. Поэтому самое большее, что я не люблю, это назначать какие-то встречи, кому-то обещать куда-то, во сколько-то прийти. Потому что это может быть просто невыполнимо, потому что, ну, как бы, допустим, если я в 11 дня могу только спать лечь, да, не ночью, не вечером, а в 11 дня, да. А в этот день я мог кому-то пообещать, допустим, что мы где-то в 2 часа дня встретимся. Поэтому, короче, вот такой вот я ненормальный, скажем так. Прямо Монарх-Сити, 4 звезды. Я точно не знаю, может он сейчас работает, не знаю. Но, по крайней мере, на его пляжах вот здесь вот вчера люди купались, это я точно знаю. В Арсе зайдем.
Ну или не в Арсе зайдем, а мимо пройдем. Там просто не все меня знают в Арсе. Есть люди, которые знают, есть люди, которые не знают. Именно год назад. Парадор, пожалуйста, вот вам, возле Монарх Сити, да, точно. Вот Монарх Сити, вот парадор ваш. То есть первая линия, вот его пляжи. Ну, могу сказать, на этих всех пляжах я не купался. Ближайший пляж, где я купался, это за White and White. Здесь вот по центральным я не купался. Вход в море есть, без булыжников нормальный. Есть и плиты здесь, есть и нормальные входы в море. Да, вот солнца сейчас когда нет, сразу даже, знаете, аж, ну не то что прохладно, но совсем не такая температура, как была с солнцем. Итак, Парадор, Мерхаба Хотел, вот он. Дальше. И вот там вот Арси у нас сейчас будет, сейчас пойдем в сторону Арси. Вот такая здесь площадочка, вот сюда я выходил, здесь гулял. Здесь же 15-го, по-моему, числа был сильнейший шторм и ураган. Есть у меня все на канале. Да, реально, прикольно, да, даже так, реально меня потянуло именно сюда сегодня. Потому что я только сейчас это понял, потому что именно год назад. Да. Классный вид здесь на всю гору нашу. Ветер с моря дул, свежий довольно такой. Мы с вами, люди, уже находили больше получаса, если я не ошибаюсь. Я не знаю, какую вы часть сейчас смотрите, но обязательно имейте в виду, что частей много. Мы идем от отеля Хризантем. И как бы в режиме реального времени, без монтажа и пауз. Поэтому, кто не смотрел, как мы... Ну и все, а дальше... Вот, допустим, от White Gold мы прошли полпути. У меня где-то есть видео, где я иду с центра, засекаю, показываю отели, время, сколько, куда, чего. Вот, дошли мы сюда, это почти полпути. Там будет Arsi Infinity Beach, и от него еще минут, ну, чуть больше 15 до городской администрации. До Клеопатры чуть-чуть подольше, конечно, еще минут 15. А сейчас идем в сторону. Вот он, ваш Парадор. И тучки, вы знаете, такие уже. Наверное, надо бежать домой, потому что зонтика нет. Что ли работает, или он все время мигает. Помню, что когда я здесь был, он работал один день буквально всего, а потом его выключили, он больше не работал. Такая вот интенсивность движения. Ну, в общем, Парадор, да, нормальный отель, в нормальном месте находящийся.